Минстрой Башкортостана увеличил среднерыночную стоимость квадратного метра жилья до 72 500 рублей. По сравнению с показателями прошлого года, норматив вырос на 36% для городов и на 60% для районов. Документ опубликован на портале правовой информации. В четвертом квартале прошлого года для городов стоимость квадрата была равна 53 тысячам, для районов – 45 тысячам рублей. С этого года норматив стал единым для всех муниципалитетов. В региональном Минстрое уточнили, что показатель не является рыночной ценой, а применяется для расчета субсидий, выделяемых из бюджетов разного уровня на покупку жилья отдельным категориям граждан. Минстрой Российской Федерации изменил методику расчета средней стоимости квадратного метра. Теперь она с 53 тысяч поднимается до 72,5 тысяч за квадратный метр, что позволит приобретать гораздо более качественные жилые помещения по рыночным ценам как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Напомню, что получить субсидию могут нуждающиеся многодетные и малоимущие семьи, а также молодые семьи, госслужащие, бюджетники, военнослужащие и другие.